Cuba, que viva Cuba. Мы приехали на центральную площадь, судя по всему, города Сан-Фьегосы. И, ну, город красивый. Тут реально на денек можно остаться, походить. Мы сейчас находимся на центральной площади. Здесь есть знак на земле. Это было письмо, город был основан в 1919 году. Под деревом Махао. Это большое дерево с кронами. Ну, то же самое, как в предыдущем нашем городе, который мы смотрели. Там примерно то же самое было сделано. Здесь проходили первые мессы. Потом было построено вот это вот святое место. Это костел. Потом был построен рядом университет. Дальше был построен театр. И уже с другой стороны были построены административные здания. И это, ну, такая, как французское поселение. Здесь французы поселились, 40 семей. И вот они этот город строили. И потом по кварталы они прямо уходят. Здесь по прямым линиям все сделано. Также здесь дальше есть Триумфальная арка, единственная на Кубе. И Хосе Мартинес памятник. Это открыватель очень известный на Кубе, и вот ему здесь еще памятник стоит. Очень красивая площадь. Я начал говорить, что, ну, в этот город лучше приехать на 2 дня, действительно, чтобы вы могли вечером прогуляться по набережной, посидеть в каких-то местных заведениях, посмотреть этот колорит и днем еще увидеть всю эту красоту, потому что ночью, ну, конечно, все не увидишь. Раньше эту площадь использовали для парадов, для того, чтобы здесь солдаты учились ходить, а теперь, видите, здесь парк, красивое место. И вот эта Триумфальная арка, которую я говорил, что единственная на Кубе. Маленькая, но триумфальная. И арка. Вот в этом доме жил один из самых богатых, ну, один из богатых людей в городе. Видите, какой он красивый. Но данный момент это дом культуры. Жили? В Сен-Феусе жили очень много богатых. Очень много богатых здесь жили. Да, город очень красивый. Дом культуры, раньше дом богатого купца. Вот смотрите, там дома не отреставрированы и потертые, а здесь уже с ремонтом. Мы идем с вами вот на эту аллею центральную, пройдемся, очень она красивая, подсветка, такое ощущение, что в Европу попал. А, да, да, ребята, прикольно, поворачиваешь на угол, и тут такая аллея, ну вот реально, как где-то в Европе или... Ну, нет слов просто. Такой дисбаланс реально какой-то получается. Ты вроде бы на Кубе, и тут все так простенько, такая разруха везде. И тут опа! И красота. Чисто, аккуратно. Очень чисто здесь. Пальмочки, таксофоны. Красивые дома.
городе есть рельсы, до революции здесь во всех крупных городах ходили трамваи. Сейчас их нету. То есть рельсы есть, трамваев нету. Рельсы остались, да, трамваи разобрались. Рельсы есть, да. Поэтому, если увидите рельсы и будете ждать трамвая, ребята, не ждите, вы его не дождетесь. Их здесь нету просто, а рельсы есть во всех крупных городах. Вот такая красота, отреставрированная. И здесь вот такая не красота, не отреставрированная. Так это выглядит до реставрации. Здесь город спланирован так, что здесь прямые улицы. Видите, вот мы идем прямая улица, ее пересекает другая прямая улица. И так вот они все проходят. Это такая была задумка архитектора, когда город проектировался. Магазин, кофейня, печенюшки и мороженка есть, судя по всему. Ага. И здесь тоже что-то готовят. А. Гамбургеры. Buenas noches, Graciela. Вот они цены. Mire, es la mamá de una alumna de Amelie. Сверху. Смотрите, у них опасно ходить, там, видимо, трубу пробило. Да. Поэтому, Лёш, ты иди, я, наверное, тут постою. Мы дошли до той улицы, по которой мы ехали. Да, это наш Адольф очень уверенно переходит, причем по центру, как машина. Выехал и это показал поворот направо и пошел. Это памятник Бенни Морейо. Это известный кубинский, самый известный, мне подсказывают, кубинский певец, который выступал по всему миру. Ну, его все знают. Умер он в 42 года. Был наркоманом, любил выпить, от цирроза печени умер. Нет. Это одна из центральных улиц. Здесь, видите, колонны справа, аллея, колонны справа, колонны слева. Очень красивая. Здесь уже ходят машины, это не пеше... ну, посередине пешеходная. Мы как раз по ней проезжали, я снимал ее из окна, но, наверное, не очень было все хорошо видно. Сейчас можно насладиться этой красотой с пешей прогулки. Мерседес Матаморос. Магазин называется «Вода и мыло». Как вы думаете, что в нем продают? Наш гид Адольф говорит, что здесь хорошая дискотека. И он любит сюда приезжать на две ночи, ну, на одну ночь, когда дневные экскурсионные программы. Потому что, ну, здесь хороший клуб, один из лучших, в которых он любит посещать. И он здесь постоянно тогда идет и отдыхает. Это вот он, вырезать. Адольф, который здесь любит отдыхать. Совсем были известны, какой я был. Да, какой он. Да. Вот это дискотека-клуб, который любит посещать наш гид. Она работает. Ага, не указано. Вход 3 кука. Открывается она с 10 часов, я вижу, до 3 утра работает.
Вот мужчина уже смотрит. Да какой мужчина, вон женщина. Время посещения. Средняя продолжительность жизни на Кубе 100 лет, ну до 100 лет, так в среднем она там это около 80, но у них больше всего долгожителей. И вот, судя по всему, один из долгожителей, который решил посетить дискотеку. Не иди, блядь! Я не открываю! Нет, уходи! Подожди, Адольф, подожди! Подожди, подожди, подожди! Я выйду с ним. Иди туда, я выйду с ним, потому что я. Подожди, туда давай на свет, потому что я не увижу. Иди на свет, иди туда. Вот, смотрите, Адольфа змею споймал. Леша орет. Не неси ее в машину, а Адольфа тащит. Можно я там встану, но только ко мне не прислоняй. Ядовитая или не? Ядовитая. Я снимаю на видео. Сейчас он ее отпустит. Только, только не отпускай, ладно, то на дороге. Наш гид Адольфо споймал змею. Это живая реальная змея. Он предлагает ее или на шею кому-нибудь привязать, или еще куда-то. Они ехали по дороге и увидели, что змея. Ну, я не знаю. Да целуй! Ага, поцеловать сам ты ее. Сам целуй. Сейчас он ее будет отпускать. Отпускай, ладно уже ее. Только не на дорогу, а в траву куда-нибудь. Да не трогай ты ее, а то сейчас... Альбер, не трогай. Пускай. О, сама, видите? Вот она, видите, как пошла? Иди домой, возвращайся.